12 июня 2018 года. Мы приехали в бухту Нагаева, где идет камбала. Много идет, хорошо. И вот здесь в сторону торгового порта есть вот такое местечко, где люди стоят и ловят рыбу. И прям буквально видим, как вылавливают одну за другой, одну за другой. Это, конечно, дальше чуть мамонта. Мы прошли пешком, можно проехать, но подъехать на машине сюда нельзя. Посмотрите, какое красивое у нас море, прозрачное, когда нет штормов. И уже вот вода какая. Если бы не плюс 5-7 градусов, а побольше, мы бы туда нырнули и прям поплавали. Ну как на югах, пока мы об этом только мечтаем. Пока мы наблюдаем, как другие ловят рыбу, потому что мы не взяли удочек. Делаем красивые кадры и дышим свежим воздухом. Обратите внимание, ну там много людей, конечно, на наши сопки. Они в снегу. Середина июня. В этом году было так много снега в Магадане, что до сих пор лежит снег на сопках. И даже прошедший дождь, он не растопил этот снег. С другой стороны отсыпка. Как называется? Я забыла вот эти вот камешки. Скажи, пожалуйста. Каменный венец. Я не буду, нет, буду приближать, вот, если видно. Я там ни разу не была, живя в Магадане. Ну, не доходила по этим сопкам. Мне казалось, это так далеко. Но кто-то туда лазит почаще. И бывает даже. Это выход в море. И я иду. Вот мы сейчас... Хорошо, ветра нет. Если был ветер, было бы, конечно, холоднее. Пока мы прощаемся с этим местом и идем дальше. Решили мы пройти по берегу. Пусть это видео будет маленькое, короткое. Я потом сделаю еще побольше. Не могу надышаться все-таки этим морем. Нереально. Воздух чистейший. Прямо домой неохота выходить. А у нас часов 7 вечера. Ой, наверное, больше. Даже не знаю, сколько.